жердім емес, же кеч емес болып ошоо. Же бизге жакшы болуп кой ошо. Уйкуң кандырып шашпай келгенчи. Өзүм машина менен жүрөм, машина менен деле келсем ошол эле убакта келип атам да. Быйылкы жылы студенттердин көпчүлүгү саат 10 окуп жатышат. Бийлик муну менен Бишкектеги тыгын маселесин чечүүнү туура көргөн. Бирок экинчи нөөмөттө окуган студенттер көп, алар университеттеринде кечке чейин калып жаткандыктарын айтышууда. Себеби студенттердин арасында окуп иштегендер дагы арбын. Буга ылайык, Кактус медианын журналисттери студенттердин оюн билип көрүүнү чечти. Мага 7-де окуган эле ыңгайлуу. Эмнеге? Билбейм, наоборот, 10-да болгондо уже таксилер көп чыгат, автобустар көп болот, анан ошого да пробка болуп, дагы деле кечип келе атабыз да, баары бир делечи. Ошон үчүн эртең менен болгондо кичине пробка да азыраак болот, анан потом после биз студенттер окуудан кийин да иштеп да калабыз, ошого байланыштуу дагы. Иштегенге да жетишип калабыз. Же эртең менен эмес, же кеч эмес болуп ошо. Вообще неудобно по времени, не успеваю. Вот студенты, они же обычно работают, мы не успеваем ничего, потому что у нас в середине дня. Получается, мы утром, вот утром нам надо уже в университет 10, и вот так до вечера мы тут, и не работаем, ничего не успеваем. А вы работаете так работаете? Да, хотелось бы, но из-за графика мы не успеваем. Лучше всем, мне кажется, потому что мы, когда мы учимся в 10, мы выходим где-то в 5-6 вечера. И это неудобно, у кого-то есть курсы, у кого-то тренировки, там еще что-то. И многим нужно домой. Вот. А что с пробками? Сейчас вот с пробками заезжаете или как? Сейчас я приезжаю примерно за 1.5 часа из-за того, что я езжу на автобусе, который проезжает весь город именно. И вот, и мне чутка неудобно. Ну, все-таки пробки есть, да? Да, конечно, есть. Почему так приняли такое решение? Потому что как бы они хотели устранить пробки же в городе? Ну, вроде да, потому что утром все школьники собираются в одном автобусе, но ничего не вышло, мне кажется. Вот. И что хотелось сказать? Ну, что, я кинчи долю на хотелось сказать. Изи, эртең менен окуган мондайлуу экен же, силерге же, я кинчи окуган мондайлуу. Изи, эртеле. Эртеле окуган жакшы. Эртең менен окуган жакшы. Эмнеси ыңгайсыз болот болду? Пока сезиле элек. Пока билине элек. Ну, бирок кыйынчылыктар болуп атат ага. Эртең. Пробка. Кайрадан эле пробка. Ага. Өзүм машина менен жүрөм, машина менен деле келсем ошол эле убакта келип атам да. Мурунку чыгарам. Саат 10. 7-де окуган ыңгайлуу экен же 10-добу? 10-до. 10-до жакындайбызчы. А пробка кандай болот? Жүрүп пробка абшагардан чыгат. А, абшагардан билинбей эле турбайбы? Рахмат. 10. Как вам удобно, нет? Да, в принципе, нормально. Нормально? Да. А успеваете, да? Да. Же, бизге жакшы болуп кой ошо. Уйкуң кандырып, шашпай келгенчи. Кечке чейин калып турбай элесиңерби? Жок. Ну, вообще, без разницы как-то, но было бы, конечно, лучше в 7, наверное. Ага. Почему? Ну, потому что пара будет заканчиваться намного раньше, и у нас будет побольше свободного времени. Ага. Нет, неудобно. Ага. До скольки пары идут у вас? До 5, иногда до 7. А здесь вы уже перестали замечать пробки или все-таки нет, есть? Нет, такие же пробки идут. Да. Да. Трудно доехать, потом вечером уходим, получается трудно до дома обратно доехать.